Здравствуйте, с вами программа «Апельсин», ваш гид в мир полезных советов и актуальной информации. Сколько пар обуви нужно женщине для счастья? Универсального ответа на этот вопрос, наверное, нет. У каждой свои предпочтения. Что можно сказать точно, так это то, что в гардеробе должны быть базовые модели. К примеру, черные и бежевые лодочки, которые подойдут практически ко всему. Впрочем, ограничиться только базой очень трудно. Обувные коллекции сегодня богатые, и устоять от соблазна покупки еще одной пары сложно. Обзор актуальных моделей и обувных торговых марок в нашем сюжете. Классические лодочки, очень актуальные в этом сезоне, лакированные мюли или полуботиночки нежных оттенков. Торговые марки уже давно отказались от производства обуви в одном стиле и направлении и готовы удовлетворять разные вкусы и потребности. Дизайн обуви торговой марки Bonavi лаконичный, ничего лишнего, элегантно и со вкусом. Если вы готовы к более смелым образам, обратите внимание на марку Aidini. Здесь роскошная классика и модные тенденции. Нежные перламутровые ботильоны можно вписать в любой стиль. Удобные замшевые лоферы тоже универсальны. Открытые ботильоны на сухую и теплую погоду в этом сезоне должны быть в гардеробе каждой модницы. Кожа или замша, светлый беж или классический черный – выбирать вам. Дополнит образ сумка в цвет. Немецкая обувная марка Caprice – это не только элегантность, но и комфорт. Есть модели с эффектом хождения по воздуху. Это запатентованная технология марки. Производитель утверждает, этот эффект дает ощущение климат-контроля и уменьшает давление на стопу. Элегантность с легким флиртом – это обувь от европейских марок Cavaletto Slovenia и Indiana. Черная и бежевая пара – это база, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Пастельные оттенки обуви сделают ваш образ более нежным, а изюминкой могут стать яркие модели с цветным каблуком или отделанным стразами. Удобство и спортивный шик предлагает турецкая марка Sand-M – сандалии на массивной подошве на пике популярности. Сейчас их носят и с платьями, и с брюками. А если вы хотите сиять, присмотритесь к этой паре. Sand-M предлагает не только молодежные модели, но и обувь для тех, кто уже не хочет экспериментов, а просто ценит удобство и универсальность. А вот такая легкая и удобная обувь нежного оттенка подойдет всем. В дополнение сумка в цвет всегда актуальна и красива. Спортивный стиль сейчас вообще на пике популярности. Это удобно и стильно. Модели самые разные. Массивные кроссовки или, например, кроссовки чулком. Выбирая обувь, не стоит забывать, что живем мы на Урале, и лето здесь не всегда бывает жарким или даже теплым. Так что позаботьтесь, чтобы у вас всегда была хотя бы одна пара закрытой обуви. Такие модели нужны и летом, и весной, и осенью. Ну и, конечно, выбирая обувь себе, не забывайте про мужчин. Коллекции сейчас очень богатые. Повседневная классика, деловой и спортивный стиль – летние варианты. Так что подобрать нужную пару не составит труда. Ну а чтобы воспользоваться полезными советами из следующего сюжета, вам точно понадобится спортивная обувь. Прямо сейчас комплекс упражнений для молодых мам, у которых нет возможности посещать спортзал. Тренируемся и готовим себя к купальному сезону. Судя по прогнозу погоды, время еще есть. Даже если у вас нет времени на тренировки в зале, а прогулки с малышом никто не отменял, можно заниматься прямо на детской площадке, и вашим аксессуаром будет коляска. Что мы начнем с выпадов, динамичных, шагаем и делаем выпад. Проверяем все правильно, чтобы наши колени не выходили за носки. Альтернатива становой тяги – наклоны с коляской вперед. Мы толкаем и обратно подтягиваем. Все. Сейчас мы будем делать присед, но с разворотами носочками в сторону, задействуем и внутренние ягодичные мышцы. Держим коляску и начинаем приседать глубоко. Сейчас наша коляска будет нам опорой. Делаем махи назад с подъемом бедра вверх. На выдохе ножку отводим назад, и снова у нас работают ягодицы. Немного передняя поверхность бедра при подъеме вверх. Прорабатываем снова бедра, делаем мах в сторону. Опорное колено чуть согнули, за коляску держимся и работаем. We'll be right back.
Дальше делаем нашу талию стройной, наклоны в сторону. Наклоняемся, толкаем коляску вперед. Ручку убрали за голову. Приседания на одной ноге, на ягодичной у нас. Колено за носок не выходит, за коляску держимся, чтобы не потерять равновесие. Свободная нога на весу. И, наверное, на каждой детской площадке есть скамейка, ее мы можем использовать для отжиманий и обратных отжиманий на трицепс. Упираемся и поехали. Данный комплекс – прекрасная альтернатива тренировке в тренажерном зале. Вместо того, чтобы сидеть с подружками на лавочке, лучше начать заниматься, делать бесплатно, подкачать себя, ребенку будет весело. И самое главное, не стоит стесняться, занимайтесь спортом. На этом все. Повторы программы на сайте первомедиа.ру. Впереди немного полезной информации. Хорошего вечера и до свидания. Женская и мужская обувь от российских и зарубежных производителей в магазине «Милан». До конца мая акция «Покупай больше, плати меньше». «Милан», Ватутина 33 и Ватутина 37.